Какой срок службы у пластиковой двери? Это зависит от многих факторов, в том числе от того, где она установлена и как часто ею пользуются. Специалисты утверждают, что верой и правдой дверь может прослужить от 5 до 40 лет. В доме 2А по улице Силкина дверные полотна пришлось ремонтировать через несколько месяцев после установки. Новые двери поставили на лестничных клетках в рамках капитального ремонта летом. Несколько недель назад жильцы многоэтажки заметили, что двери не выполняют свои функции. Створки тяжело открывать, а некоторые вообще перекосились. Хорошо не поставив, не отрегулировав и оставив нас вот в таком состоянии. Вот на первый, то есть второй, третий, четвертый этаж, они уже все сломались. Потому что люди ходят пешком, поэтому мы и обратились и в администрацию, и в ЖКХ о том, чтобы все-таки подумали, продумали или заменяли нам как-то эти двери, или подумали, как их отрегулировать. В тот день, когда мы приехали снимать репортаж, сотрудники коммунальной службы уже ремонтировали двери. Правда, отказались делать это на камеру. Но стук на заднем фоне слышно. Жильцы считают, что двери сломались так быстро, потому что изначально были неправильно установлены. У центра ЖКХ другое мнение. Все виды работ сдавались, если мне память не изменяет, конец мая, начало июня. На тот момент вопросов не было. Как не у старшего по дому, как не у лица представителя от общественности от дома, который участвовал в подписании актов приемки работ, так и у нас, как у управляющей компании, в качестве этих дверей. То есть они были в работоспособном состоянии. По жалобам жителей на работоспособность дверей специалисты управляющей компании провели осмотр, чтобы понять причину поломок. В процессе осмотра, значит, у нас сотрудник на той неделе осматривал все это, да, составлен акт осмотра, значит, там видно, что совершены антивандальные действия, то есть некие неустановленные лица эти двери просто выломали, с петель вырвали. Значит, об этом мы соответствующее заявление в УВД направили. Как нам пояснили, двери в ближайшие дни отремонтируют. Те полотна, которые пришли в негодность, на зиму заменят на деревянные. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.